Ну, давай же. Ну где же он? Да хватит ты уже, это бесполезно. Разгильдяев думает, наверное, что я умер. Расслабься, Разгильдяев в принципе не думает. Друзья, а вы были когда-нибудь в деревне? Тогда обязательно поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких деревенских. Что это за фигня? Ну шо, малявки, так и будете сидеть под бабкиной юбкой? Ха-ха-ха. Мы малявки, бабушка. Так, деточки, вот вам с собой, угостите шпану. Еще чего? Не будем их угощать. Берите, берите, угостите, говорю. Только сами не ешьте. А какие люди, наконец-то! Погляди-ка, да они с подарками. Давай сюда, мелкая. На лету схватывайте, как в глаз не получить. О, вкуснятинка! Ну и что вам надо? Да узнать, как водичка. У моей бабки коровы в этой речке моются. Вот не знаю, отвезти ли их сегодня или вода холодная. Мы видели там твою бабку, она вместе с коровами ныряла. Сама знает, какая вода. Юморишь, что ли, или яму себе роешь? Да перемерзла в речке просто. Видишь, до сих пор дрожит малявка. Ой. 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 Это что, вынос? Ой, да я вас! Ой! Я так оставил! Недолго тебе, мелкая, осталось! До встречи! Так их чертей, так! Я видела, как вы им задали! Ой, побежали за штанишки держать! Точно, бабушка, точно! Ах, как в моей молодости! Я их дедов так проучила! До сих пор, как меня видят, камнями кидаются! Бабушка, они же теперь нам мстить будут! Ну, услужила! Ну, а вы, касатики, дома сидите, у меня для вас всегда дома дела найдутся. Вон гуси недойные, у кошки запор. Ну, давайте, давайте, за дело, а я пойду пока таблеточку свою выпью, пока не забыла. Пока вас не забыла. Гуси недойные. Запор кота? Так, нам надо замаскироваться, чтобы ходить по деревне. Это как камуфляжный костюм надеть? Может, нам просто взять вилы для самозащиты? Это будет план Б, если мой не сработает. Закосим под местных. У бабушки на чердаке всякие лохмотья были. Ты похожа на бомжиху. А у тебя слишком красивая прическа. Вот, теперь деревня стайл. Нет, бабушка, нет, это мы твои внуки, Ростя и Катя. Нет у меня никаких внуков! Бабушка, ты что, не выпила таблетку? Ты что меня, больной назвала? Мелочь пузатая, сейчас я вам... Ah!
Да чего ж она никак не устанет-то? Чего она там наелась? Мама рассказывала, что бабушка в марафоне бегала до пенсии. Ой, смотри! Блин. Делай, как я. Бежим! Бежим! Останься, кто может! Бежим! Бежим! Я вас всех догоню! Бежим! Скорее, догоняет! Ой, батюшки, так у меня корова телится с минуты на минуту. Ну на вас! Кажется, выдохлась. Фух, вот это пробежка. Ага, крутая погоня. Вы, ребята, откуда? Я не видел вас раньше. Вы за полем, что ли, живете? Да, мы с деревни. На горе. У реки. На горе у реки, которая огибает гору. Да-да-да. Далеко, в общем, вы не знаете. Да как не знаем-то? А, это же точно та, ну, ну как? Затупеева. Точно, точно, Затупеева, Затупеешь. Наша деревня, да. Да, всю жизнь в Затупеева прожили. Да вот, решили мир посмотреть, да на другие деревни поглядеть. Бедные, а тут-то бабка сумасшедшая. Берегитесь, она спуску никому не дает. Ага, вот меня однажды вилами. А помните меня-то, как она? А, или помните, когда ее корова нас, ну, вот вы поняли, да? О, сейчас покажу вам крутую игру. И давайте на велосипедах соревнования. Я первым предложил ребятам свою игру. Игра в мяч, луж, велосипед, мокро на улице. Да блин, а как нам теперь отделаться-то от них? На велосипедах-то мы классные соревнования устроим. Мы живыми теперь отсюда не выберемся. Вон та девочка постоянно косится на тебя и подозревает что-то. Скорее, мяч лучше. Нет, все, мяч. Я пойду объясню правила. Странные эти из-за Тупеева. Что-то меня смущает. Чняк, голоса-то как у этих городских. Эй, мы играть будем или нет? Да-да-да, мы идем. Мы уже идем. В общем, короче, вы сейчас идете туда, я буду вам пинать. Идите. Проверим. Знаете, гости из Затупеева? А у меня другой план, еще круче. Вы у себя в деревне яблоки воровали? Да, 100 раз. Не воровал, не деревенский. Черт побери. Что? Тебя что-то смутило? Черт побери, какие крутые яблоки. Ага, наберусь я побольше. Костя, что делать? Воровать что? Потом вернемся бабушке. Супер идея. Ну что, полезли на яблоню? Кто самый смелый, а? Настоящий вор, ничего не боятся. Да! Круто! Столько яблок я еще не ел. Так, распихиваем по карманам. Ага, давайте быстрее, пока не попались. Погнали! Давайте быстрее, пошлите. Ну давайте, ну что вы там копаете? Побежали! Ой, пожалуйста, отвезите, больше не буду! Пустите, пустите его, он хороший! Простите нас, пожалуйста! Бабушка! Бабушка, пожалуйста! Отпусти его, пожалуйста! Мы все придумали, мы просто хотели с деревенскими подружиться. Ты нас лучше накажи, а их отпусти! Мы тебе хотели все яблоки вернуть, честно-честно! Вот это поворот!
что круто день провели. Ага, не каждый раз такая Санта-Барбара разыгрывается. А вы это, ничего, городские. Угу. Да вы тоже вроде это... Ничего такие, деревенские. А ну, разговорчики! Раз, расслабься. Смотри. Давай! Ну ж... Весна. Давай. Видели мы твою бабку. Ой! Да. Давайте, давайте за дело, а я пойду по... А я... Тоталь так. Проверим. Знаете гости из Тупеева?